Есть хозяин. Где вот хозяин? Хозяин ищет у нас снесло. Свинарник? Нет, грабли снесло. Животина живая? Нет, половина барана нету. Чушек могли спасти. Там 5 больших не можем найти, а остальные 6 штук ходят. На месте вот. Живые? 6 штук ходят, а 5 штук не можем найти. Описывайте все. Мы опишем сейчас, самый главный ущерб в чем? Самый главный ущерб у меня, половина хозяйства нету, все стайки. Именно стояли. Поголовье, да? Стайки. Все и без забор снесло. Хорошо, мы вам опишем весь ущерб, я думаю, будет написаться. Спасибо большое. Поэтому довольно-таки быстро работает резина. Хорошо. Денис, надо 2 дня, чтобы писать. Вот я нахали Вот была администрация. Правительство, вот, губернатор, председатель КЧС Забайкальского края. Задача поставлена, мы ее выполняем. Мы выполним, все напишем, и оплата вам будет.